Всем привет! Евгения Медведева стала победительницей финала Кубка России, которая проходит в Великом Новгороде. Она упала в каскаде тройной сальхов, тройной ридбергер в произвольной программе, но в сумме набрала 222,90 баллов. Второе место заняла Елизавета Тухтамышева 221,19 балла, которая смогла чисто исполнить тройной аксель и откатала произвольную программу без грубых ошибок. Замыкает тройку Виктория Васильева 208,75 балла. Станислава Константинова допустила ряд ошибок в произвольной программе и стала лишь четвертой 206,67 балла. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Всем желаю хорошего дня. До свидания.